Бэддуба вакруки юва. Что, не смешно, ни фигулечки, да? Ни хрена не смешно. И вроде это как комедия, трагикомедия, криминал. Бестолковый сюжет. Сценарий просто блевот. А режиссер Тейт Тейлор. Зачем? За что? Ну, собственно говоря, я посмотрел тут недофильмы ради, конечно же, Конис. Мила Конис. Которая здесь как бы и не блистает, но блистает своей сексапильностью. У нее второстепенная роль. В роли сестренки. Главная роль, конечно же, отдана Алисон Дженни. Ну, это такая работа для аудитории 40+, 50 теток, да, которые вроде бы как бы, ну, в общем, вы понимаете. Премьера состоялась вот совсем недавно, 28 января 2021 года. Фильм ни о чем, банальный сюжет, женушка, измена, смерть мужа, деньги, убийства, в общем, все по стандартной схеме. Также в фильме приняли участие Джулит Льюис, Эллен Баргин, Крис Лус, Аквафина, Аква, даже Аква-дискотека практически, Джейми Симпсон и, между прочим, Риджина Холл. А мы знаем эту девку по «Очень страшное кино». Неприметная Техасью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Такая, она строит у себя такую бабу, такую феминистку. Хотя бы сильной, независимой бабищей. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Ну как он исчезает? Это она уже придумала. Словно услышанная вселенной женщина миг оказывается в лучах славы. Благо сестра, она же Куни, работает на телевидении. Вот только скелет в шкафу. Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошним копам. Но раскусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопонимания и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого. Это хрень наиполнейшая, которая получает от меня 4 балла, единственное только за Куни. Хороша. А она здесь хороша. Где бы ни снималась она. А так, дерьмище. Да, дуба в округе юба. Совет не смотреть. Вот мой совет. На этот раз ни о чем. Так, 2021 год, начало-начал, фильмы мы продолжаем оценивать и обозревать, как бы такие вроде бы фильмы или недофильмы. Друзья, ставьте лайки, дизлайки, подписки, монетки. Буду очень признателен, конечно же. Welcome back!